эксцентриссимо. Прятать монеты на удачу в равиоле уже неинтересно. Делать предложение, положив кольцо в бокал шампанского, банально. Для богатых оригиналов теперь драгоценности в суши закатывают. Один филиппинский ресторан отбиться не может от гурманов с безлимитными кредитками. Простые поклонники японской кухни пусть в другом месте рисом в норе наслаждаются. В этом ресторане вместо водорослей тонкие пластины золота в 24 карата. Для декорирования повар применяет бриллианты в 0,2 карата. Ну и чтобы не было слишком дорого, пара ингредиентов попроще. 12-летний итальянский уксус, 70-летняя фильтрованная вода и 12 жемчужин. Порция разорит не всякого. Всего лишь $2100 стоит. Если останется мелочь, можно еще и чешского пива с золотом заказать. Эксцентриссимо.